Я очень надеюсь, что вот за эти 2 месяца, пока мы с вами встречались, разговаривали, рассказывала я вам, вы для себя что-то подчеркнули. Проект «Мой город» был реализован с марта по май в несколько этапов. В нем приняли участие все 10 классы городских школ, а также студенты аграрного колледжа. Всего свыше 120 ребят. Участники проекта ознакомились с важнейшими событиями в истории города, с биографиями знаменитых земляков, в чью честь названы городские улицы. Самая главная цель наша – это чтобы наши ребята знали историю нашего города и знали людей, которые очень многое вложили в наш город для того, чтобы он процветал, для того, чтобы он развивался. За эти 2 месяца, конечно, сложно дать им всю информацию, которая есть. У нас довольно богатая история, но мы стараемся хотя бы по минимуму, но донести до них, и чтобы они за эти вот несколько занятий все-таки в душе у себя что-то отложили. Для того, чтобы обучение было интересным для ребят, организаторы включили в проект как лекционные занятия в центральной библиотеке, так и квесты. К примеру, большой интерес у ребят вызвали квесты по городу с охватом основных достопримечательностей. Победители проекта учебные заведения получили заслуженные награды. Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров вручил им дипломы и статуэтку с символикой проекта. Проект «Мой город» мне очень понравился. Я узнала очень много интересного про свой район, про то, как он стал центром развития и добычи нефти. Мне очень понравилось. Конечно, безумно важно людям и детям в особенности знать историю родного края, родной страны, для того, чтобы развивать дальше, потому что у нас есть герои, есть люди, из которых мы сейчас живы. Это победители в Великой Отечественной войне, просто в Отечественной войне. Это безумно важно. Помните об этом, знать и брать с них примеры и развиваться дальше. Айгуль Диатуллина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение.